Здорово, ребят, девчат, русскопонимающие. Надеюсь, у вас все супер. Ну все, поменял я, убрал старый кейблбокс, просто их здесь называют такой дубовый ремоут. Это все, фух, такое старье все-таки, технология. Так, он идет, этот Chromecast, с источником питания. Я думал, что будет USB, но нифига. Ничего страшного, наверное, они хотят, чтобы все-таки был более мощный этот power supply, да? Так, теперь все на телефоне. Стандартные гугловские картинки. Значит, все подключено через одну из моих wireless network. Единственная иконка, очень, иконка похожа, похожа друг на друга. Но вот это YouTube, а это YouTube TV. Ну так нажимаете. Много каналов теперь разных, видите? И если лайв посмотреть, сколько я не считал, мне пофигу. Мне нужны новостные, Fox, я просто первый поставил, можно это все кастом сделать. Этот ремоут только чтобы включить телевизор, так? Ну, давайте сейчас найдем что-нибудь такое нейтральное. CNN, может быть. Ну, посмотрите, вот разные. То есть спортивные каналы, про BBC, спортивные каналы, как... еще делать HDTV, что-то в этом духе. Ну, и все. Ну, Food интересный. HDTV, да, вот он здесь. CNN, ну давай CNN. Так, потом вот эта иконка здесь, Cast. Kitchen TV, да? Оп. Написано, что сейчас он подключился. И вы еще разок нажимаете. Loading. И понеслась. Я звук не включил, чтобы не было никаких этих самых заморочек. Ну, вот вам CNN. Сейчас быстренько раз. Чтобы меня не запеленговали. Я спросил, у вас есть, ребята? Так, и так вот выключается. Stop casting. Все, вырубилось. Я спросил, есть ли у вас что-то такое подобное? YouTube TV или другое? Бабл, конечно, но вот совок, он, конечно, неубиваем. Совок вечный. Он что-то хакнул там, говорит, что дорог для него $50. Ну, окей, братан, не проблем. Нет проблем, как говорится. Так, ремоут этот, да, еще раз. Просто выключается телевизор с этим ремоут. Вот и все. Вот такие вот дела. Пишите еще раз, что у вас за кабели. Просто очень интересно. Хорошо? Бабл, ты супер. Ладно, ребят, давай, успехов. Увидимся скоро. До свидания.